до тех пор, пока региональные власти сидят на дотациях из центра, да, любые перестановки ни к чему не приведут. У нас, если мне память не изменяет, большинство регионов абсолютно дотационные, и донорами являются всего несколько. То есть у нас страна такая вот вся перекошенная. В такой стране бессмысленно что-либо там внизу выбирать, менять и так далее, потому что денежные потоки рулят и решают.